Приветствую вас. По общему правилу, пищевая зависимость возникает у людей с низкой самооценкой, слабыми личными границами, с недостатком любви, то есть с людьми, которые себя не принимают полностью, вот, и, соответственно, с теми, у кого есть проблемы с ответственностью, личной ответственностью. Ну, это прям вытекает из личных границ. Тут важно понять, что побаривать пищевую зависимость ни в коем случае не нужно, как и любую другую зависимость. В первую очередь зависимость будет служить только одному — удовлетворению ваших потребностей. И, соответственно, основная цель заключается в том, чтобы выделить эту потребность и удовлетворить ее по-другому. Вот. Для чего нужно понять, что конкретно вы заедаете? Вот. Это, как правило, определенные мысли, это, как правило, определенное нервное напряжение, с которым нет другого способа разобраться, кроме как ее заесть, то есть, по сути, ее избежать. Вот. Ну и чувство незащищенности, которое, вероятно, у вас имеет место быть, также здесь присутствует. И, собственно, защитить себя — тоже очень важная задача. Что касается нехватки любви, то здесь двоякая история. С одной стороны, вы себя недолюбливаете, в смысле не принимаете полностью такой, какая вы есть. С другой же стороны, вы убеждены, что любить вас должны были по-другому. Лучше, больше, полнее. И факт того, что на самом деле произошло по-другому, факт того, что на самом деле вас любили вот так, как любили, вы воспринимаете на свой личный счет, считая, что, например, не так что-то с вами, раз вас не любили так, как должны были, по вашему мнению, например, любить, и не так что-то с тем, кто вас любил, раз он не любил вас так, как вам того хотел. И здесь очень важно дойти до такого вот, в первую очередь, наверное, разграничения того, что чувствует по отношению к вам человек, как он это чувство проявляет, и того, что чувствуете вы, и как вы проявляете то, что чувствуете. Взять ответственность за то, что вы ощущаете, своими собственными действиями, реализовать то, что вам нужно. Я отвечал вам на вопрос, Кэрри, где вы спрашивали по поводу того, как побороть смех. У вас вот уже два вопроса по психологии начинается с побороть. Что вы хотите себя побороть? Ну, не нужно себя побороть. Это у вас есть, это все это естественно, все это нормально. Все это нужно только выразить. Все это нужно только принять, раскрыть. В этом и есть вы настоящие. Вот. Что касается родителя, с которым на данный момент не лучшие отношения, их можно гармонизировать, улучшить. Что касается любимого человека, который использовал ради удовлетворения собственных потребностей, то здесь несколько моментов. С одной стороны, несколько странно выглядит выражение «любимый человек» использовал ради удовлетворения собственных потребностей.
Если человек так поступал, вряд ли он любимый. Во-вторых, здесь вы перекладываете ответственность на него за то, что он вас использовал. Но на самом деле вы позволяли использовать себя. То есть, это вот принципиальная история. Следующее. То есть, опять же, вы воспринимаете это на свой личный счет. Считая, что вот вас можно только использовать, и что у вас ничего ценного нет. Отграничить одно от другого, отграничить себя от других людей очень важно. Пока же вы очень похоже мучаетесь от того, что не можете почувствовать то отношение людей, которого вы, по вашему мнению, заслуживаете. Вы, может быть, и заслуживаете какого-то отношения людей, но эти люди совершенно точно не должны относиться к вам так, как вы считаете. При том, что вы, если вы считаете, что вы чего-то достойны, ну, можете вот все делать для того, чтобы реализоваться, чтобы продемонстрировать людям, какая вы есть, и чтобы получить то отношение, на которое они способны. А в целом, для такого объемного вопроса, как пищевая зависимость, у вас достаточно мало информации по тексту. Вот, и вы правда считаете, что вы способны сами побороть пищевую зависимость, но в современном мире, вот на сегодняшний день вы можете просто вбить в любой поисковик вопрос, как побороть пищевую зависимость, да, и вам выдаст очень много, вот, например, в Яндексе, да, выдает очень много, значит, ответов на запрос, как побороть пищевую зависимость. Другой вопрос, подходит ли это вам? На мой взгляд, нет, потому что все-таки нужен индивидуальный подход. Так что вот такая вот история. И да, возможно, в своем любимом человеке вы пытались додать себе взаимоотношения с другим родителем. Вот. Не покидает меня, правда, ощущение, что нехватка любви из-за того, что вас воспитывал один родитель, это в большей степени надуманно, потому что это значит нехватка, да? То есть нехватка означает, что чего-то должно быть больше, а есть то, что есть, а чего вы решили, что должно быть больше. И как вы воспринимаете то, что есть сейчас, ну вот то, что было. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.